В Алматы для прибывающих граждан России открыли горячие линии, по которым желающие могут получить необходимые консультации по законодательству Казахстана, регистрации, размещению, проживанию на территории нашей страны. ЦОН Жетысусского района перешел на усиленный режим работы по предоставлению услуг. Обратились туда уже более 2000 граждан Российской Федерации. Кроме того, акиматом мегаполиса утвержден специальный план, на который ориентируются все городские службы и управления. Имеющимся у нас официальным данным за период с начала мобилизации в соседней стране, в город Алматы, прибыло 5066 граждан Российской Федерации и уже успело отсюда уехать 4172. То есть оставшиеся, значит, 894 россиянина, это, сами понимаете, не такая большая цифра для нашего города. Более того, мы провели мониторинг, значит, наших хостелов. Если за этот период к услугам наших хостелов обратились более 2000 российских граждан, то имеющийся запас свободных мест в хостелах превышает 1000 койко-мест. Поэтому вопросов с размещением, значит, пребывающих граждан в нашем городе нет. В случае необходимости город имеет все возможности развернуть дополнительные помещения, найти. Они уже обозначены. Значит, если совсем в этом будет необходимость, мы можем еще развернуть необходимые палаточные городки. Но мы абсолютно уверены, что до этого не дойдет.